Дорогие друзья. И снова мы с вами. А вы с нами. Выбор этого места был не случайным. Мы решили продлить настроение прекрасного христианского праздника Благовещения, который православные христиане праздновали вчера, 7 апреля. Ведь праздник Благовещения непосредственно связан и с этими благословенными местами. Мы в селении Эйн-Керем в Иерусалиме. Добро пожаловать. Сюда, из Назарета, пришла Дева Мария к своей родственнице, в горнюю страну, в град Иудов, в селение, которое сейчас называется Эйн-Керем, источник виноградники. Здесь, у этого источника, который и по сей день называют источником Девы Марии, состоялась радостная встреча двух женщин, ожидающих материнства. Женщины, зачавшие уже в старости своей, и совсем еще девочки. Здесь Дева Мария воспела хвалебный гимн молитву Всевышнему. Здесь пробыла она 3 месяца,
в доме священника Захарии и его супруги, святой праведной Елизаветы. Здесь также место Рождества святого Иоанна Крестителя или Иоанна Предтечи. Здесь жили его родители, священник Захарий и праведная Елизавета. Ведь именно о Елизавете говорит Деве Марии Архангел Гавриил. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Все эти события, о которых рассказывал евангелист Лука, произошли здесь. А предшествовало всему благовестие Деве Марии. И произошло это в Назарете. Там архангел Гавриил явился Деве Марии и приветствовал ее. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». А Дева Мария смутилась от этих слов и размышляла, что это было, это приветствие. В этот день Пречистая Дева показала пример абсолютного доверия Богу. Несмотря на ее смущение, на страх перед словами архангела, вот зачнешь во чреве и родишь сына. Да как же это будет, когда я мужа не знаю? Она полностью доверяет Богу. «Сераба Господня, да будет мне по слову Твоему». И согласно христианскому богословию, именно в этот момент произошла тайна зачатия. Эти места в это время полны очарования. Хотя, впрочем, эти места прекрасны в любое время года. И глядя на вот этот пейзаж, не скажешь грандиозно, величественно, потрясающе. Это какая-то тихая радость, благоговение, что ли, нежное такое и волнующее. Сейчас мы видим ликование природы в ее разноцветии. Ощущаем здесь запах хвои, цветов, запах сырой земли. Ощущаем старину, гуляя среди развалин растений в бесконечном птичьем многоголосии. Израильтяне очень любят посещать это место. Здесь можно и прогуляться по горным тропам, и посетить монастыри, и отдохнуть за чашечкой кофе или пообедать в уютных кафе и ресторанах. Здесь очень чистый воздух, море зелени и цветов и располагающая к отличному настроению доброжелательная атмосфера. Мы целых 13 лет прожили совсем недалеко отсюда и по субботам приходили вот в этот монастырь. Это многим знакомый женский горницкий монастырь в Иерусалиме. Сегодня мы видим его в необычном ракурсе. Уже больше года монастырь, к сожалению, закрыт для посещений. Причина всем, конечно, известна. Поэтому, не имея возможности показать монастырь изнутри, мы показываем его вот отсюда сверху.
Благодаря тому, что сейчас идет активное строительство дороги для Иерусалимского трамвая, появилась вот эта вот пешеходная дорога как раз вдоль Горнего монастыря, и израильтяне, и вообще пешеходы, которые проходят здесь, любуются замечательным видом на Эйн-Карем, Горнинский монастырь и его замечательный собор всех святых на земле российской просиявших, напротив которого я сейчас стою. Глядя на Горнинский монастырь, мы еще раз с благодарностью вспоминаем имя большого труженика Святой Земли, архимандрита Антонина Капустина. Ведь идея приобретения этих земель принадлежит именно ему. Осенними днями 1869 года вместе с бывшим министром путей сообщения, членом Госсовета Павлом Петровичем Мельниковым, прибывшим паломничеством по святым местам, отец-архимандрит посещает эти земли. Идея приобретения уже зрела в голове отца Антонина. Но возникает вопрос, откуда у него были миллионы наполеондров для покупки? Обладая обычной харизмой, архимандрит увлекает Павла Петровича своей идеей приобретения участков. А тот по возвращению домой учредил специальный фонд по сбору средств на покупку. Жертвователями стали известные русские меценаты и простые люди, также внесшие свою малую лепту. Нелегким делом оказалась покупка, но в 1873 году купчая крепость на земле была окончательно утверждена. Это самое большое владение архимандрита. На тот момент 360 тысяч квадратных метров. По соседству внизу находился католический монастырь Магнификант и чуть дальше туда монастырь Рождества Иоанна Предтечи. Первый небольшой русский храм – это византийского стиля храм Казанской иконы Божией Матери. Появился в монастыре только через 10 лет. Все было непросто в этих краях. И недостаток средств – не самое главное препятствие. Чуть позже построили колокольню. Больше 100 лет храм Казанской иконы Божией Матери был основным для богослужений. А вот этот золотоголовый храм, привлекающий к себе немало внимания своими золотыми куполами, заложен еще в далеком 1914 году. Неблагоприятное стечение обстоятельств и Первая мировая война, а также революция в России и другие события отложили на долгие десятилетия завершение постройки. Но мы ведь видим храм во всем его великолепии. Патриарх Алексий II, посетивший Святую Землю в 1997 году по случаю 150-летия русской духовной миссии, получил от израильских властей разрешение на продолжение строительства. Храм достроили, и его освящение состоялось в ноябре 2012 года во время визита в Иерусалим патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл освятил этот храм. Хочется еще рассказать об уникальном празднике, торжество которого проходит в Горнинском монастыре. Его еще называют Вторым Благовещением. Это исключительно горнинский праздник. Он посвящен событию посещения Девой Марии, своей родственницы, праведной Елизаветы и их встречи. Празднование установили по прошению архимандрита Антонина Капустина в 1883 году. Если не забыли, в этом году освятили храм Казанской иконы Божией Матери. И сам отец Антонин составил для богослужения праздничные стихиры «Тропарь» и «Кандак». Кто слышал эти слова впервые, тот это церковные песнопения. Праздник отмечается на пятый день после Благовещения. Это очень умилительное и радостное торжество. Накануне у источника Девы Марии собираются сестры Горнинской обители с настоятельницей. А зачем? Они ждут икону Благовещения, которое на 3 месяца в воспоминании как раз-таки трехмесячного пребывания Девы Марии в гостях у своих родственников Захарии и Елизаветы, будет установлено в монастыре.
Икону привозят из Троицкого собора. Ее встречает игуменья монастыря и сестры. А затем они по живописным тропинкам идут в монастырь, совершая крестный ход. Все очень красиво и торжественно. Видите минарет? Под этим зданием мечети течет источник Девы Марии. Дорогие друзья, мы просто уверены, что подобные места никого не могут оставить равнодушными. Вы отвлеклись ненадолго от своих забот и отдохнули вместе с нами в созерцании великолепия Святой Земли. С вами были Павел и Лариса Платонова. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и тогда будете получать уведомления о новых видео. Становитесь нашими спонсорами. Мы всегда благодарны тем, кто уже это сделал. Весеннего и радостного всем настроения, крепкого здоровья, хороших выходных. И до новых встреч на следующей неделе.